Привет вам, дорогие друзья! С вами Листья Маркизы, и это прекрасный повод перелистать близкие нам памятные даты вместе с друзьями и гостями нашей передачи. Начинаем. Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. На этой программе мы открываем парад скорпионов. Упоминаю об этом только потому, что и сам принадлежу к этому славному отряду. 25 октября – день рождения легендарной Тамары Семиной. Когда мы говорим о ней, проза отступает. Я встрече с вами очень рада и повторяю вновь и вновь. Кино. Кино – моя отрада, надежда, вера и любовь. Сегодня о кино. Позвольте, я буду говорить в стихах. Пускай не Пушкин и не Блок, но просится высокий слог. Кино – жестокая забава, к ударам будь готов любым. Одним кино приносит славу и огорчение другим. Но я могу заверить всех, мне на кино дуть губы – грех. Я целовалась с Михалковым, любовь к Никите не тая, спала с красавцем и Булдаковым, Бернесу изменяла я, на пляже с Дуровым лежала, пила с Матвеевым вино, а от Никулина рожала. Как жаль, что все это в кино. Кино всегда кипело бурно, хоть было многие года в какой-то мере конъюнктурно, но вот жестоким никогда. Теперь идут другие снеги. На радость нынешней братве в кино свирепствует Шварценеггер. Извилин явно только две, и те, увы, не в голове. Где дум высокое стремление? Где наша чистая любовь? С экрана в зал, как дождь осенний, потоком бурным хлещет кровь. Здесь подаются в разнобой две темы – секс и мордобой. Еще проблема непростая – тьма мыльных опер на Руси. Порой соседей мы не знаем, зато как родичей встречаем Рохелью, Бланку и Сюси. Я наблюдаю у соседей, что делает с людьми экран. Соседка мужа звала Федей, теперь зовет его Хуан. А муж при этом очень злится и требует не материться. Печальный факт, но все равно сердечно любим мы кино. И любят все, и стар, и млад. Нас даже слухи не страшат. А слухов около кино, как летом мух, полным-полно. Слышь, Вась, сосед сказал мне мой, а у него полковник, папа, что Мюллер, вот то, что броневой, служил действительно в гестапо и с Гитлером давным-давно играл на деньги в домино. Подруг, знаешь, у Кобзона любовница сама Мадонна. У них уже давно роман, и детки есть, выдаю тебе слово. Сынок Армен Джигарханян и дочка Нона Мордюкова. Ой, Маша, Семина Тамара выходит замуж за Гайдара. Они, ты только не пугайся, усыновить хотят Чубайса. И все-таки кино прекрасно. И я, конечно, тем горда, что к фильмам многим я причастна. В них доля моего труда. Хочу вам несколько названий своих картин напомнить я. Напомнить в необычном плане, но вы поймете вмиг меня. Меня когда-то в воскресенье привел Емеля Пугачев. Но и сегодня, без сомнения, я помню этот вечный зов. В трактир на Пятницкой порою могу зайти я в час любой, а там два Федора. Не скрою, всегда их встретят и накроют стол для актрисы крепостной. Еще один напомнить смею день счастья. Фильм имел успех.
И я хочу, чтоб поскорее день счастья наступил у всех. И хоть тревожно на планете, но он наступит все равно. Рассеет тучи свежий ветер, и все мы, взрослые и дети, жить станем, ну прям как в кино. ...27 октября, день рождения Артура Смолянинова. Когда он был на Маркизе, ему едва исполнилось 25 лет. Когда-то Чулпан Хаматова назвала его инопланетянином. Я думаю, она не ошиблась. А начинает он свой рассказ о спектакле, который Игорь Кваша поставил в театре «Современник». Это именно музыкально-поэтический вечер. Я прочитаю стихотворение Бродского, «Пророчество» называется. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой от континента, в небольшом кругу, сооруженном самодельной лампой. Мы будем в карты воевать с тобой и слушать, как безумствует прибой, покашливать, вздыхая неприметно при слишком сильных дуновениях ветра. Я буду стар, а ты молода, но выйдет так, как учат пионеры, что счет пойдет на дни, не на года, оставшиеся нам до новой эры. В Голландии своей наоборот, мы разведем с тобою огород и будем устриц жарить у порога и солнечным питаться осьминогом. Пускай шумит над огурцами дождь, мы загорим с тобой по-эскимоски, и с нежностью ты пальцем проведешь по девственной нетронутой полоске. Я на ключицу в зеркало взгляну и обнаружу за спиной волну и старый гейгер в оловянной рамке на выцветшей пропотевшей лямке. Придет зима, безжалостно крутя осоку нашей кровли деревянной, и если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной, чтоб к сморщенному личику привит не позабыт был русский алфавит, чей первый звук от выдоха продлится и, стало быть, в грядущем утвердится. Мы будем в карты воевать, и вот нас вместе с козырями отнесет от берега извилистость отлива, и наш ребенок будет молчаливо смотреть, не понимая ничего, как мотылек колотится о лампу, когда настанет время для него обратно перебраться через там. На самом деле, объясню коротко, почему так читаю. Странно может показаться, как будто чуть-чуть пою. Мы долго бились с Игорем Владимировичем над этим стихотворением, потому что Бродского очень трудно читать. Он сознательно мне не показывал, как он читает. И я сознательно не смотрел ни как Юрский, ни как Казаков читает. Тем более, как Казаков. Потому что он очень хорошо читает, наверняка. Но мы долго не могли понять, долго не могли. И я для того, чтобы просто, ну, для общего развития и желания познакомиться, да, поближе с творчеством Бродского, вообще с ним самим. Есть такой фильм, называется «Прогулки по Венеции», «Прогулки с Бродским», снятый в Венеции. Очень хорошее кино, и я не знаю, насколько сейчас я был, наверное, не очень похож, все равно мы какую-то свою интонацию нашли. Но, честно говоря, подсказал сам Бродский, потому что он свои стихи читает примерно так же. На 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 все любой стих творения своем так считает. Я думаю, вот, надо попробовать. Говорю, Владимир, давайте я так попробую. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченный дам. Сначала я даже специально чуть картавил, как Бродский. Вначале чуть-чуть грассировался сейчас. А? Чуть-чуть грассировался, да сейчас ладно. Прочитал. Клянусь, я сразу... Серьезно? Да, точно. Блин, подсознательно, видите, мы будем жить с тобой на берегу. Вот, 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 все. Здорово. А еще? Еще? Ну, еще одно хотя бы, а потом вопрос. Одно, короткое, очень. Давай. Очень короткое. Я его прям, вот нам предлагали выбирать стихотворение, сказал, вот это хочу.
сказал, ну давай, она короткая. Тебя нельзя любить. Я это понял скоро. Тебе легко грубить и глупо возражать. Тебя держать, как покоренный город, то в страхе, то подачками держать. Чужая ты. Но как же быть с тобою? С такой пустой, как барабанный бой. Я врагам сдаю тебя без боя. Им лучше знать, как справиться с тобой. Такой вопрос. Вы сказали, что если нет тарелки, то читайте книжки. Вот какую книжку вы посоветовали бы прочитать? Вот даже не как актер, а как человек просто. Вот какая Новый книжка Завет. Вам именно нравится? Новый Антон Завет. Меня зовут. Новый Завет? А почему? Новый Завет – это книга книг. Моя из любимых, одна из любимых книг – это «Идиот». Вот. Хотя я не знаю, может быть, 17 лет рано еще «Идиота» читать. Я не знаю. Я раз три читал. Давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина и черный кабинет. Ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. На площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки, и где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет. Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Хоть убей. Только помню, что и стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. Целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что я хозяйку ругал, что всех хотел застращать, что будто голым скакал и будто песни орал.
Отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз вообще, растворивший окно, взял и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал. Да и дело с концом развязали, но вилки попрятали. Вот тут вообще началось, ой, не опишешь в словах. И откуда взялось столько сил в руках? Я как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон ранил. Ох, где был я вчера? Не найду днем с огнем, только помню, что это стены с обоями. И осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Нет, ну хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Да, вот это вообще одна из любимых моих песен, сейчас я спою. Но если кто-то слова знает, то отпевайте. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, сияешь, сияю, который час, 12-й примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети, дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши, весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Так.
Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне, лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Артур, ты знаешь что? Мне кажется, что Чулпан Хаматова права, когда говорил, что ты инопланетянин. Но если это так, то здорово, что ты прилетел. Спасибо. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, желаем вам как можно больше отрадных небесных явлений. Пусть удача и вдохновение залетают к вам на огонек, а мы встретимся через неделю на новых листьях Маркизы. Пока!